Сословие. Поговорим с вами о слове, суть которого многие не замечают. А вы, кстати, чьих будете? Сословие. Совместно со словами идущая энергия. Скажу проще. Слово произносит род. Оно формирует силу рода. А как говорите вы? Слышали выражение «ругается как сапожник»? Да, сословие владеет определенными словами. И в каждом сословии разная речь. Как же ругается чернь, глядя на меня, не могут они понимать слова иного сословия. Представляете, я говорю одно, а они слышат другое. Слышат в меру своих возможностей слышать. Высокочастотные слова они не воспринимают. К чему я веду? Хотите сменить сословие? Меняйте речь. А еще, когда мне говорят, что ведьма может быть грубой, она от людей устала, я отвечаю так. Ведьма, как ведущая, самое высшее сословие в виде человека. Поэтому ее речь не может быть низкочастотной. Либо она не ведьма, а служка, у сущей низкого порядка, которые могут ей даже спать не давать, покуда она кому-то вредить не станет. Она пакостит и наслаждается, такой энергосадизм, а сущие над ней смеются. Подумайте над своей речью и над тем, к какому сословию вы принадлежите. А с вами была глава империи сильнейших ведьм Алена Полынь. Заходите на сайт империи.